Эй, йоу, йоу, йоу. Эй, йоу. Репортаж с Елки, короче. Уу! Нормально. Нормальный шум. Короче, Львов Лайв, йо. Щет, нига. Е-е-е. Что-то давно я такие темы не ощущал вообще. Нормально, чувак. Мощно. Короче, это, насчет баночек, ну, подогнать. Нет, баночки уже не нужны. Вообще не в целом. Йоу! Крикни йоу просто и все. Да ладно, я отстал, не парься. Очень опасная работа. А? Очень опасная. Конечно, опасная. Зиман! Как вы думаете вообще, кто это? Стройка звукового... Это Брайан! Это, короче, Артур. А вон Димана сними. Это ж твой тезка. Тезка Кизов. Вот твой конкурент. Конкурент? Да вряд ли, я думаю, у меня нет конкурентов. Че, давай. Давай. Блин, снимай нет. Дорожку, пока еще снимается. У тебя все, видос пошел? Да. Давай. Я тебе так или так? Блин, Дима вообще жжет. No, fail. Что? Топ-диджей. Скорее всего, я топ-диджей, но не топ-скейтер. Спонсоры есть? Да. Это моя компания. Это, возможно, станут моими спонсорами. Это магазин одежды, это магазин электроники. Это сладкие, короче. Мои духи, а это... мои духи будут сладкие, короче. А если ты пойдешь в другие суши, не в эти? Да, эти суши меня кормили, реально, такие респитеры. Погоди, а то есть это не твои спонсоры или нет? Они были спонсорами. И ты должен только у них есть. Ну, я у них кушал, как бы. Я им благодарен, они меня поддерживали, короче. Это я. Это наши соревнования, они уже стерлись прошлогодние. Скейтбординг зачислили в олимпийский вид спорта, и как раз кинотеатр «Олимп» и «Кольца». Крутой контест прошел. Вот. Это мое шоу. Это магазин «Баланс», он уже стерся, тоже меня поддерживал. Вроде все. Или ты случайно шел в скейтпарк? Я скажу больше, я хотел сделать свой концерт, а мне не дала администрация. Почему, ты поздно? А? Ты поздно пришел? Я не успел написать письмо главе, возможно, что если я напишу письмо главе, то мы сделаем красивое выступление. Чуть когда попозже. Оно будет? А? Когда? Ну, может быть, мы сделаем свой праздник, либо в следующем году. Как он будет называться? Просим. Просто придумать команды, какой-то как праздник, Коль? Давай, давай посидим, а. Посреди этой площади. Мочишь, мочишь. А? Мочишь, конечно.
это Йоу, пис, не, на футболке. Диман творит. Нормально, короче, когда справляешь новоселье, и салюты как по заказу просто тебе делают. Круто, конечно. Новоселье — это всегда круто. Друзья, всем привет. Сегодня возвращался домой, прямо у парадника попался вот такой голубь, раненый. Сначала как бы не хотел брать, думал, сам с собой выживет, как бы. Потом увидел, что в окно его хочет задрать белая кошка, он стал посреди лужи. Ну, соответственно, я не смог сдержаться, потому что священная птица, и у меня вообще сердце сжалось нереально. То есть еще минуты, и его бы задрала кошка. Вот. Если у кого есть какие советы, что с ним делать вообще, как его лечить, и вообще что с ним, я даже не знаю. Пишите мне в личку. Теперь живу с другом. С таким вот другом. Не дал ему умереть, в общем, друзья. На день рождения города Кириши от города 312. Блин. Yeah.
Джей Печка, мой лучший коллега. Я у него был. И я помню клуб Панч, да? Это клуб, которым мы познакомились. Он лучше просто. Кириша, руки в воздух! Ну давай, 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 раз ты достал камеру, давай качнем все вместе. Давай, поехали! Давай, давай!
На лодку?